Сцена актового зала «Эрниту» на время превратилась в волшебную витрину игрушечного магазина. В этом году темой грациозного шоу стала «Игра, мечта, фантазия». Конкурсантки вспомнили детство и свои любимые игрушки. Когда вдруг нарисовали картину в одно вдохновение. Вдруг вдохновение пришло, и ты понимаешь, написанная математическая формула красива. Почти наверняка, почти со 100% гарантией. Это правильная формула. Это загадка. И этой загадкой обладают наши красавицы. Они в этом плане талантливые. Вы красивые. Вы талантливые. Мы вами гордимся. И как мужчина я могу сказать, мы так нуждаемся в вашем вдохновении. Дефилировали по подиуму не только в модной одежде и стильных аксессуарах, но и с плюшевыми друзьями. 10 финалисток готовились к главному дню 3 месяца. Учились ходить на каблуках от бедра, изменялись внешне. Конкурс «Мисс технического университета» отличается от других соревнований красавиц. Главный акцент в нем делается на творческий номер. Тут девушки поют и всевозможными способами демонстрируют свои таланты, хобби. В этом году было представлено много танцевальных постановок в разных жанрах. У нас девчонки все очень с богатой душой, с богатым внутренним миром. Они очень добрые, отзывчивые. Потом у них все в порядке в голове, потому что это студентки технического университета прежде всего. Заветная мечта стать обладательницей короны была у каждой, кто дошел до финала. Но досталась лишь одной. По мнению жюри, самой талантливой и привлекательной. Мисс Ирниту 2016. Корота выиграла! Стояла и ждала, когда уже назовут фамилию. И когда меня назвали, я вообще в шоке была. Спасибо большое. Я очень счастлива.